Второй роддом Петропавловска открыли после ежегодного планового ремонта. Большое внимание в учреждении уделяется созданию комфортных условий для роженец и оснащению современной медицинской аппаратурой. И это очень актуально, говорят медики, так как количество рожденных в стенах роддома малышей только растет. Жизнь идет. Все совершенствуется. Совершенствуются медицинские технологии, совершенствуется оборудование. Это и аппаратура слежения, кардиотокографы, которыми мы насытились, я хочу сказать, прямо достаточно. Это позволяет нам определять состояние плода во время беременности, следить за ним во время родов. Это новые методы УЗИ диагностики с доплерометрией на современной аппаратуре экспертного класса. Это новое оборудование в операционных, это новое оборудование в родильных залах, это даже новая мебель медицинская, что вообще не может не радовать. Хочу сказать, что вот эти все новые вещи, которые случаются у нас, включают еще и стандартизированные протоколы ведения беременности с различной патологией. Это прямо ноу-хау последних лет. В этом году в роддоме продолжилось внедрение так называемых гуманных методов ведения родов и послеродового периода. Это партнерские роды с привлечением компаньона, которым может быть муж или другой родственник, выкладывание только что родившегося ребенка на живот матери, раннее прикладывание к груди и совместное пребывание в послеродовом периоде, а также активная пропаганда грудного вскармливания и ранняя выписка.